15-летка просыпается. Подарок для любителя суши. Еще не понравилось. Но я думала, тебе понравится. Сейчас еще Анастасия тебе что-то подарит. Я цепляюсь. Гулятная девчонка у нас. Так. Все, 11-леточка. Сказал, что ты не выспался. Все нормально, да? Подарок да, по проходит. Хороший. А что Анастасия дает тебе что-то? Нет? Нет. Пока нет. Давай хоть распакуем, посмотрим. Лучше бы мне бы еще что-то сожгать. Это же как настоящему кулинару. Настоящая доска, настоящие эти все вот эти вот палочки, вот эти вот коврики, чтобы делать суши. Настоящий кулинар. Я же как ведущий кулинарного шоу, я тебе говорю. Настоящая для суши, для соуса, это подставка для палочек и досточка специально туда суши класть. Тихо, пушка, это наш натуральный камень, зайчик. Так, натуральный камень, чтобы сюда сушеньки нашли. Запахло суши. Вот так вот надо. Да, так нужно. Вот Саша показывает, как нужно. Все, суши будем делать. Надеюсь, у нас пойдет на потоке суши. Может, будет у нас сушист и будет делать потом суши нам. Да, сушист наш. У нас будет своя помидора. Это да. У нас закрыто. А у нас будет своя. А у нас будет своя помидора, да, это точно. Давай уже, Тём, давай, Тём. Тём. Старшая сестра подарила подарок, да, зайка? Да, зайка. Ну, как будешь читать? Сёночка, умный, хороший мальчик. Ой, ой, вы котята. Красиво. Сашке 11 лет сегодня, да? Yeah. Наклонись ближе, пожалуйста. Работа кипит. Мочи руки, если прилипает. Вот у нас два ролла уже есть. Рыбу единственное используем копченую, свежей не было. Давай, зайчик, лепи. Хочешь попробовать? Так, молодчина. Так, 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 так. На сантиметр ты помнишь, да? Проверяй. Видишь, немножко я сделала складку, но ничего. В следующий раз будем знать. Молодец. Так, процесс идет. Принцип уже понят. Нет ничего сложного. Надо просто внимательно. Смотри, вот здесь вот нужно, чтобы было. Вот тут добери. И вот у нас уже три покрытых, и будем скоро уже резать. Сейчас используем все, что есть, и потом все вместе порежем. Класс. Так. Оп. Немножко не так. Ничего. Чи-чи-чи-чи. Давай, поджимай. Так. Молодец. Отлично. Молодец, молодец. Только, ну, у меня, в принципе, три банки, так что, в принципе, если закрывается, то можно накладывать. Должен быть еще ананас, но ананас еще не успел
У нас дозреть. Ананас или авокадо? А, авокадо. Авокадо не успел дозреть. Молодец. Здорово. Огурчики. Ага. Еще нужно подровнять. Подровняй. Подровняй. Ложечкой подровняй, не руками. Чуть-чуть руками, чуть-чуть ложечкой. Так, огурчики. Огурчики. Так, проверяй, чтобы начинка была. Ой, проверяй. Так, начиночка. Угу. Так. Молодец. Теперь. Покажи мне. Угу. Покажи, пожалуйста. Проверяй. Нет, я не проверяю, я хочу просто показать, что даже ребенок, он отлично, все великолепно. Молодчина. Ой. Класс, класс. Молодец. Здорово. Так, сейчас рыбу режу. Нет, давай я рыбу уже сама режу, хорошо? Все, помой пока руки. Так, ну что, не дождемся уже кушать. Получилось много. Сделали 5 роллов и уже устали. Уже не то, что устали, а хотим уже сильно кушать. Да, Зайка? Ага. Маленькая Япония. Саша сказал, что очень нежная и вкусная. Сейчас будем пробовать. Держи, пожалуйста, ровненько, хорошо? Маленькая Япония у меня на ладони. Готово? Мой сушист все сделал. Умничка. Класс. Будем кушать. Так. Красота. Ну что, давай уже снимай. Пробуй. Класс. Мечта, да? Давай. Давай уже кушай. Я же не тебя не беру в ракурс, только палочки. Так, красота. Суши есть. И пиццу лопаем, да? Сегодня сладкий день. Ну и, конечно, беру. Ой, ты, солнышко, еще и пицца на тебя упала, да? Класс! Это вот эти штуки с ручкой. Взял и пошел. Прикольно. Не, прокатиться на этом нельзя. Давай, кстати, если что, эту штуку купим, да? Это уже один. Все, довольно идеально. Ура! Да? И у меня синий подарок. Самый крутой. Джойстик на телефон. Молодец. Пошли. Thank you.
очень удобно. Рекомендую. Да. Да. Победа.
попробовали. Так, на пиццу не успела, но поставила вторую. Кто-то тут ест. Так. Окей. У меня все работают, молодцы. Сонечка, вот помощничка. Так. И что у нас? Пицца очередная. Суши, я даже не думала, что они все слопают. Ну, все, съели. Вот такая лепота. Так, молодцы мои. Ага. Красотки. Красотка. Так, давайте подтягиваемся. Красиво, молодцы. Молодцы, поели, попили. И идем гулять теперь. Так. У нас хорошо. Все, можно двигать дальше. Короче, мы задерка. Все. Какая-то гейша. Такое лицо такое угнетённое, рабская сила, а? Оп, оп, погнал дальше. Да где-то я это видела. Наконец. Окей. Чего лицо такое грустное? Конец раунда. Да, ну, чего только тут нету. И кровать уже подкрутилась.